Ну, а Интер продолжает находиться в поисках своей игры. Вот если сейчас счет не изменится, то это будут вторые 0-0 в двух подряд турах. Подача на ближнюю штангу. Удар и гол! Моретти! Вот так развязка! Эмилиано Моретти! Совершенно забытый, будто под колпаком находился, будто шапкой-невидимкой прокрался не в штрафную, во вратарскую площадь Интера. Забивает гол с 15 сантиметров, отправляя мяч в ворота. 1-0! И, конечно, Макси Лопеса надо выхватить, конечно, Квальяреллу, но герой Эмилиано Моретти. Самый возрастной дебютант в истории...